деревне Яскино зафиксирован случай незаконного подключения в систему действующих водопроводов. На месте работает бригада Одинцовской теплосети. Их задача – отключить самовольного потребителя. Сами эти факты, они предусматривают ответственность. Ответственность, прежде всего, административная. Может быть применена уголовная ответственность за хищение имущества и, конечно, факт отключения абонента, потребителя от услуги. Мы предлагаем жителям в добровольном порядке оформить договоры с нашим абонентским отделом на потребляемый ресурс. И в таком случае все перечисленные меры приниматься не будут. И также не будет применяться пересчет за ранее потребленный ресурс. Таких случаев немало в Одинцовском округе. Правонарушения допускают не только жители частных домов, но и юридические лица. Устранить такие врезки в систему можно методом заглушки этих объектов, рассказывают сотрудники теплосети. Нами была проведена проверка в деревне Чуприково. Были осмотрены канализационные сети до очистных сооружений, где не было обнаружено подключений, но от участка очистных сооружений до природного водоохранного объекта были обнаружены два незаконных самовольных подключения. Обнаружить утечку помогает анализ цифровых данных по приборам учета. На место, где выявляются максимальные потери, выезжает бригада и проверяет все колодцы. Такие инспекции теплосеть проводит круглогодично. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».